Ай, о! Красавчик! Мужик! Я думал, ты пошутил! Что? Я думал, ты пошутил, а ты заразанул, да? Это я видел! Только я не успел заснять! Братан, тебе нельзя пошли менять, ты вообще будешь в космос полетишь, блядь! Я потом в кустах остановился, они меня задержали. Стой, давай наверх. Да, да давай. Да, да давай. Вот туда уже. Давай. Тяни, я сам. Вот слишком. Она аж сыкотна, блядь, понял? Сможешь на нее, блядь, такой? А? Очко прижимает. Очко прижимает, потому что корни, видишь? Гонка! Оператору можно. Красавчик! Ух! Давай, Макс! Вторая и пошел! О! Затроил! А что тут газ был, ну? Давай! Радіатор, ти, блядь, що цілу літеру. Лади то мотоцикл, лада, нахуй. Як не їхав, так і ніхуя не хоче їхати. Чи він боїться, нахуй, ти, блядь, газу давати? Йоу, поїхали далі. Давай! Буду. Моя бабушка на эту урку заїжджала. О, мужик!
И ой, блядь, пизда. Забираю слова, блядь. Ты что, страх, всякий поел? Ты что, овсянки с утра поел? А? Овсянки поел с утра? Да, кушаю. С орешками, блядь, грецкими? Ты хуя ты? Что ты мне так, блядь, эмоции? Ну... Унижаю? Не-не, щупай, щупай. А, щупаю? Проверяю! Раскатай, дай назад, да. Вперед, назад, вперед, назад и пошел. Красавчик. Вообще. И теперь вниз обратно. Все, все. Давай вниз обратно и еще раз заедь. Это тики-таки наверху. Давай, Жека. А Борик вообще напрямую, прикинь, ебанул. Ну, не под дерево, а вот так. Натяг надо, натяг. И боковая тоже, где Макс поднимается, тоже натяг надо. Потому что я попробовал, скидываю сразу. Олежка, отойди в сторону, Олег. Не-не-не, там бог раздохую, там натяг. Смотри, красавчик. О, тигр. О-хо-хо. Зацеп. Зацеп 40 килограмм. Сколько килограмм? 110. Зацеп 110 килограмм. Слышь, Макс, мотоцикл смотреть. Раскатай, братан. 240. Как на коляске. Да. И похуй, и на хуйне. Проедь вперед, проедь вперед. Проедь вперед, я поснимаю чуть. О! 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 Вот что значит. Тихонько, тихонько. Давай, да. Не ломай крыло. Спускайся.
Спускайся. Спускайся, не ссы. Левее, левее, бери. Вокруг дерева, вокруг дерева. Давай, давай. Вот там, где вода. Объезжаешь туда, раскатываешься и красиво выезжаешь сюда. Давай, давай. Да давай, заезжай. Заебал ты, я воду не хочу. Холодно, писать, какать нахуй. Верни ботик на полтора оборота обратно. Вы ждете, поехали. Приеду. Поехали. Давай. Рейзером вперед. Давай! О, заведи мотоцикл, на катом не заедешь. Заведи, бо так не заедешь. Мотоцикл испугался. А, карбюратор испугался. О, давай, давай, давай. Красавчик! Молодец! Молодец! Это на все бабки, блядь, бас! Молодцы! Давай, раз! Тигр мой! Легких путей не ищем! Опять заглох, блядь! Ну, дыви, как едет, а! Не хочешь, блядь! Yeah.
На-на! Класс! Слышь? Макс! Ты сегодня звезда! Ютуба! Братан, ты всегда звезда. На тормоза нажал. Думаю, что винить. В воздухе. Есть проезд, он был.
Натяжечку. Так тихо, не знаю я. Давай, давай, давай. Красавчик. О, натяжечку не надо газовать. Натяжечку, натяжечку. Натяжечку так. Такой интересный боковой подъемчик. Давай есть, хули стоит. Вроде ничего сложного, но в то же время и нелегко. Потому что боком, потому что нету разгончика. Натяжечку. Опа. Давай едь, хули лежи. Жек. Жек, объедь. Радик, натяжку. Вообще, Радик, Радик. Вот так. О, о, тигр, блядь. А говоришь, не умеешь ездить. Вот же значит подкрутил в правильную сторону. Что он там делает? Жека, ты что там трассу новую проложил? Жек, помогти. Вот так мы проводим каждое воскресенье. Дружной эндуро компании. Нас очень много. А я объехал. Радик, ты куда поехал? Радик, ты куда поехал? А, сюда. Ну да. Вроде прямо поехал уже.
Подписчики. А что ж ты прыгаешь? Извините, я еду. Если что, каждое воскресенье мы здесь. Так, пока подписчики снимают, надо контенты делать. Прикольная горочка.
такая, да, самое главное глаз не кидать. Из... Лесяный! Насыпучка. А насыпучка. Я уже ехал сегодня. А наверх? Олег, я думаю, что ты вот сбил бы этот кусочек, я бы заехал бы. У-ху. Нихера себе! Что там, Радик? Вот это прикольно. Слышь? А, нормально. Тут во! Хард эндуро! Thank you.
Новая локация. Ух, тут места такие необъеденные. Необъезженные. Смотри, какая братан, да? Отсюда бань, да? Ох, хащи какие, а! Ох, тут пацаны, я вам говорю, тут... А? Тут... Тут просто... Можно жить. Вот там под деревом. Да, тут такие хардовые подъемчики. Там же когда приехать с бензопилой, да? Тут такие хардовые подъемчики. Да. Саня, спускаться было страшнее, чем подниматься. Нет. Саня, там прикольно, но там надо работать неделю, чтобы проехать куда-то. Помнишь, братан? Так, что, на лиман?
Оператор не помогает. Сергей, где ты? Жук ты. Что базаришь? Жук ты, бля. Поехал на лиман. Камеру включил? А? Камеру включил? Да. Самое время. Макс, спускай закрылки. Закрылки вперед. Подтяжки. Стой. А что там, пиздец, да? Что там, Олег? Что там, Андрю? Не? Яма большая? Нифига песка надуло, да? Смотри, еще один тянут. Эй! Это не скутер! Водный скутер! Давай! Олежка, спасибо! Спускайся вниз, там проедешь. Давай. Куда? Как? За что потянуть тебя? Стой, давай, поднимай. Давай. Поднимаешь? Нахуй. О, прям он тяжелый такой. Да понятно. Вроде я все заснял. Yeah.
Бля, надо было газу больше дать, Радик. Надо бы больше газу перепрыгнуть. И перепрыгнул бы. Радик. Давай еще раз, смотри, вон. Олежка проехал только что.